Так, дело о хищении или краже и вандализме флага Украины на территории Гудаури и флага Арабских Эмиратов на территории Гудаури. Флаги были сорваны. Порваны вот от них, от этих флагов ленточки, которые эти флаги держали. Подожди, надо купить, получается. Вот, порвали отсюда, сорвали. А вот здесь видно, да. Вот это вот, смотри, пожалуйста. Видно, сорвали. И вот сорвано. Сорвано. Видно, вот, сорвано. Порвано. Оторвано. Оторвано. Осталось только штука такая, которая. А здесь украинский флаг. Теперь его нет. За это. В нашей стране, конечно, ну как в любой стране. В любой стране большое наказание.